И в продолжение темы развития туризма в столице продолжает работу третий международный форум гидов «Шелковый путь. Сотрудничество без границ». Он объединил около 250 специалистов сферы. Второй день также прошел оживленно и интересно с участием туроператоров, сотрудников музеев и представителей учебных заведений. Для гидов и музейных экскурсоводов Ташкента и Бухары была организована лаборатория гида, мастер-классы от международных и национальных экспертов. Система обучения Американского института отелей специалистов сферы туризма и гостеприимства представил вице-президент по международным вопросам Американского института. Он рассказал об опыте, практике и тенденциях в этом направлении. Мастер-класс на тему «Основы безопасности туризма. Роль гидов в обслуживании туристов» провел представитель Национальной федерации ассоциации гидов Индии. Опыт сохранения итальянского историко-культурного наследия был раскрыт на мастер-классе, проведенном представителем индустрии путешествий этого государства. Как отмечают организаторы и участники мероприятия, с каждым годом увеличивается интерес со стороны профессионалов к международному форуму, который стал местом для обсуждения проблем, перспектив, совместных проектов, а также обмена опытом в экскурсионном мастерстве.